Ну вот, я обработала содой, где увидела такие на стволах темные пятна. Листья все побрезала плохие, заболевшие. Вот тут вот содой все обработала. Конечно, это мало чем поможет, но все-таки. Но все-таки приостановит, замедлит распространение и даст возможность дозреть нашим помидоркам. Вот это пойдет на салат. Остальных оставим дозревать. Пусть зреют, спеют. Потихонечку будем что-то закрывать, что-то кушать.